Всем привет! Все, кому не лень, я смотрю, уже собрали, пособирали, покушали энтелому садовую. А мне было некогда, я занимался с пчелами, разбирался с их роевым настроением. Но вот сейчас я решил все-таки добежать до своей полянки. Тут у меня буквально 100 метров. Подхожу к первому месту, где у меня должна быть энтолома. Тут у меня яблони, под которыми свиньи раньше рылись. Там у меня мои будущие неваки, сосны стоят. И здесь должна быть энтолома. А вот и она. Хоть энтоломы садовой здесь и много, она сидит везде кругом, но удовольствия от сбора я не получаю. Очень много червивой. Очень много выкидываю. Пойду добегу до другого места. Тут еще метров 150. Ну вот он, еще один мой дикий яблоневый сад. И здесь, как и ожидалось, полно антоломы. Они кругом сидят. Старые грибочки здесь, конечно, червивые. Вот молоденькие, ничего, нормальные. Продолжаю брать. Ну все, надоело мне их собирать. На ужин хватит. Сейчас еще нарву немножко бодяка огородного. Вот он. И будет у меня ужин. Ну что, мне приятного аппетита. Всем пока.